до 50 очков. Борется Пивак Сергей, участник международных турниров в городах СНГ и Молдовы. Его противник Эдик Финика, участник международных турниров. Покажись, Эдик, помахай рукой. Сережа, помахай рукой. Серега, помахай рукой. Будьте, пожалуйста, внимательны, в партере тоже боретесь. Пожалуйста. А? Хорошо. Пожалуйста. Ну, до конца. 300 рублей. В партере тоже боремся, просто если нету атаки, то... Какой шанс упустил? Оценка Юка. Оценка в азаре. Сереженька, одной рукой держишь. Оценка кока. Посчитайте свои оценки, Эдик. Юка, Вазари, Кока. Сколько это? 15. 15-30 пока. Ваня, уйдите в сторону. Сережа, если ты не сделаешь 50 очков, он не сделает. Ты не проиграл. Это ничья. Ну, Япон. Потому что... 40-15. Мате. Да, слушай, тренер. Здравствуйте. Да-да. Ага. Да. Да, пожалуйста, да, да. Вы знаете, где это? Это... Это вот, вы знаете, вот лицей. Вот, вот там ворота. Вот подойдите к воротам туда и позвоните, я вам сразу выйду. Да-да-да-да, в лицей вот ворота во двор школьный. Просто надо во школьный пройти вперед немножко, 30 метров. Угу, хорошо. Угу, хорошо. Пожалуйста. Я извиняюсь, я ничего не видел, я разговаривал. Саша, убери мяч, пожалуйста. Кстати, Сашенька, вы можете взять там набивной мяч у меня и сделать 100 бросков. Возьмите набивной, и у вас ручки будут качаться. А этот мяч убери, Сашенька. Возьми набивной мячик. Да. Мате. Если Эдику нужен пояс, он может, да.
Возьми там стульчик сзади. Сашенька, стульчик есть сзади или Теодор? Теодор, за пяточки надо ставить. Тогда будет легче. Вот, возьмите мячик и сделайте три подхода по 100 бросков. Эдик, да, ага, дай-ка я сниму вот этих вот двоих, которые лежат там, с очки. Счет 40-15. Эдик, будь аккуратен. Здесь уже нужно. Время 5 минут прошло. Еще есть, пожалуйста, 25 минут есть. И задушить. Сережа, нет команды МТ? Будь аккуратен, задушит. Односторонне бери сейчас. Ой, кто? Чей это? Кока? Япон? Двадцать восемь сорок. И здесь нужно первым, кстати, забежать назад, Тедик, и сделать болевое удушающее удержание. Мате, лицо. Сережа, если на лицо, подними руку, я остановлю. Ирик, аккуратно. Затащи на ковер, там Борис. Юка. Серега, не злись, а Борис. Мате. Не злись. Он стоит рядом, а ты стоишь спокойно. Команды нет никакой. До конца, Сережа. 32-40. Ой, извиняюсь. Да, 32-40. Ушел в партер и все. Эдик, ушел в партер и все, Эдик, и ничего страшного, подумаешь. Шидаш не дают. Посчитайте, сколько у вас бросков. Сколько? 40-32, да? Да, я сейчас вынесу. Сашенька, если только поняли, чтобы попка была видна. Нет, нет, отца. Правильно. Зачем бросаешь? Нет, надо завязать, Сережа. Сережа, в это время отдыхаешь. И у вас еще 20 минут.
Сейчас, одну секунду. Да, пожалуйста. И назад, Серега. Что-то вперед показал. Бросай назад. Дим, надо что-то одеться, а то ты простынешь-то. Ваня, уйдите в сторону. Ну а дальше, а удушающий. А зайти назад, ножки закинуть. Перевел в партер и не использовал. Мате, край ковра. Не просто таскать по ковру, надо зайти сделать. У вас есть 5 минут, да? Есть, да? Ага, сейчас. То я не договорились. Я должна была прийти, у нас был карантин, у нас была ветрянка. Ну-ну-ну-ну, до конца, до конца. Голову вытащи сверху. Не, вот это не надо делать, потому что, видишь, нет броска, то уже не надо кувырок делать, да? А то возьмут и дадут, ты упал как бы на спину, дадут Фазари, а дадут Сереге на шар. То есть не давай судье повод. Видишь, нет, значит не кувыркайся. Зайди назад, Сережа, отпусти руки, зайди назад. Возьми за пояс. Знаешь, как Флоря делает? Ну, возьми за пояс. Мате. За пояс, ножки закинул, перевернулся с ним, показал удушающий, удержание. Не, не могу дать. И так смотритесь. Так надо смотреть только в камеру, он еще пропускаешь. Нет, вы занимаетесь. Не, не, я вы. Так, Сережа, бери Ваню. Так, в Азаре. 40 на 39. Серега. И делаешь через бедро, Ваня, 15 бросков. Вперед. Я считаю. Раз. Быстрее вставай, Ваня. Два. Три. Четыре. Пять. Эдик, не сгибайся, стой чуть повыше. Шесть. Давай, давай, Ваня. Семь. Восемь. Девять. 10 в Азаре, 11, 12, 13, еще два броска, Ванюша, потерпи, 14, что такое, Ваня, 15, все, можешь бороться. Ну смотри, смотри, Эдик, один ипон и все. 39,7, это 46 на 40. У тебя еще 15 минут. Ну, Серега, у тебя еще есть шансы. Он бросает в одну сторону, значит, левой ручкой брать или двумя. Хорошо, Серый, да, Эдик ушел, молодец, браво. В Азаре. Закон дзюдо, шаг вперед упал. Итак, поклонились, встаньте чуть поближе. Пожали друг другу руки. Молодцы, так будете бороться, у вас будете чемпион.